Учитывая нынешнюю обстановку, нужно быть готовыми отразить любые возможные выпады и атаки. То, что следует быть начеку, об этом на неделе говорил и президент во время совещания с силовым блоком. Тогда же глава государства поставил задачу информировать белорусов о реальной военно-политической ситуации и вокруг Беларуси, и внутри страны. О том, почему важно говорить правду, Ксения Лебедева. Наши западные соседи постоянно пытаются упрекнуть Беларусь в участии в спецоперации на Украине и в нашей готовности открыть второй фронт. При этом сами, не стесняясь, увеличивают воинский контингент. За последние годы у западных границ союзного государства количество военных увеличено с 12 до 35 тысяч. Более того, США на ротационной основе содержит в Европе еще 60-тысячную группировку. Для понимания, многонациональные тактические группы НАТО имеют более 100 самолетов, 130 вертолетов, 210 танков, 640 бронированных автомобилей повышенной проходимости. Сотни единиц артиллерийских установок, в том числе всем широко известные «Хаймарс». Кроме того, поляки в последние месяцы анонсировали закупку крупных партий военной техники. Определенно, что это вооружение не для самообороны. Хоть одна пуля полетит в нашу сторону, ответ будет жестоким, по ним так же самое. Исходя из оценки обстановки, нами принимаются, естественно, меры по усилению охраны границы. И никому не секрет, я и президенту доложил, что в этом году мы украинское направление практически уничтожим службу в усиленном режиме. Наряды ходят на границу, только укрупненного группам оружия, все бронежилеты, То, что Беларусь нужна нашим западным соседям в борьбе с Россией, как воздух, говорит и лидер литовских националистов. Он, не стесняясь, говорит о том, что пока Украина пускает кровь Кремлю, российские танки не подойдут к литовской границе. Очень странно выходит, ведь на самом деле сегодня Литва делает все для того, чтобы эти танки приблизились к их границам. Беларусь это нужна нам как воздух, кто бы ни был там у власти. И все меры, удерживая суверенность этого государства, это гарант безопасности Литвы, потому что российские танки 50 километров или 500 километров от Вильнюса, это довольно большая разница для нашей безопасности. Почему мы помогаем Украине? Это тоже, наверное, очень четкий ответ, что пока Украина спускает кровь Кремлю, они не придут к нам. Собственно, по этой причине эти же ребята поддерживают и недополк Калиновского, который находится под главным управлением разведки Украины. И в своих влажных фантазиях они мечтают все же напасть на Беларусь и освободить ее. Но стоит ли всерьез воспринимать это бандформирование? И настолько ли страшен волк, как его малюют или показывают в ТикТоке? На данный момент, по данным нашей разведки, в этом бандформировании менее 100 человек. И наши чекисты знают каждого, знают все об их семьях. В том числе это подчеркнул и Тертель во время встречи. Собственно, то, что дела у калиновцев идут не очень, и то, что их ряды постоянно сокращаются, это же подтверждает и экс-боец. Правда, это интервью было записано еще в августе. На данный момент их стало уже на 60 человек меньше. Я вернулся с Украины, с белорусского подразделения, где 5 полков разрекламированных не существует. В принципе, из всех подразделений на текущий момент есть только полк Калиновского, в нем 160 человек. Насколько мне известно, информация на Западе, и чем дальше от самой Украины, тем больше количество этих людей, подается о том, что у нас от 600, как там говорят, частично 600-1000, говорят, в Польше, в Литве, чуть дальше, говорят, там 1500, в Америке порядка 2500. Не было ни касок, ни броников в поставке. Все, что мы фотографировались на фоне консерв ящиков. В связи с неоднозначной ситуацией у наших границ главнокомандующим была поставлена задача перед силовым блоком ничего не скрывать от людей. Регулярно должны проводиться информационные встречи, где журналисты могут открыто задать вопросы, которые тревожат людей. Не секрет, что польские и литовские СМИ раскручивают сейчас информацию о скором нападении на Беларусь, пытаясь запугать белорусов и посеять панику. Наш силовой блок работает на опережение и пока отбивает западные вбросы словом и реальной информацией о происходящем. Значение которого растут в геометрической прогрессии. В этой
всей игре. Почему? Потому что стратегическая территория, потому что единственный союзник нашей братской России, действительно брат, потому что мы слабое направление для украинского южного направления, как они считают, потому что они боятся открытия второго фронта с нашей стороны. Боятся и заявления Лукашенко о полной поддержке Российской Федерации, но только в рамках договоренностей и обязательств внутри союзного государства. Мы участвуем там, мы это не прячем. Но мы никого не убиваем, мы никуда не посылаем своих военных, мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых, а во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие. Поэтому, как говорит наш президент, хочешь мира – готовься к войне.